Йо, всем привет, с вами Нотс, с вами Гот и Тарада. Привет, с вами Енотика. Итак, начинаем мы все с вами по обучению. Вот через рекорд клинков, включая... Да, я, по-моему, длинный смотрел, кажется, да? Да? Сейчас. Сейчас узнаем. А, да. О, давайте тяжелые клинки. Посмотрим, что он вообще умеет. Да, я немножко тормознул с короткими, но я допёр же в конце. Ого. Позволяет быстро покидать дыра сразу после атаки. Ха, удобная вещь, точно. Слушайте, это очень круто. Етить. Это прям мощно. Ну это капец на расстоянии он наносит. Я правда не знаю, зачем это бесполезно. То, что щит после ударов, это прям мега круто. Вверх. А-а-а, офигеть. Слушайте, очень круто. Прям вот этот блок иногда прям очень нужен, потому что иногда комбо начинаешь, ты не можешь остановить этот быстрый блок, это вообще прям фантастика. Некоторые атаки врага невозможно отразить, да вы издеваетесь. Вы еще завтра мне это сказали. Так ладно, и давайте начнем. Начнем. По-моему, со всеми не говорил, так что идут они все лесом. Кровь получил зачистка, у них не разделится на этой команды. Якши глупы, да. Это я помню. Тут все... Я вообще вот не понимаю, зачем это эти сложные задания? Для чего это, типа... Если заняться нечем, я не понял, как бы для чего они? Для фарма? Зачем их разделять? Надо. Якши. Я все равно буду их выполнять, хотите вы этого или нет? Знаете почему? Потому что я сумасшедший. Ну, не только из-за этого, так, целебный луч, а она маг. Она лекарь, поэтому пусть будет у нее больше здоровья. Вроде просто, да, больше здоровья, больше лечит, отлично. Так, целебный луч, а тут еще что позволяет исцелять лечу. Все нормально. А ты, ядовитые удары, ничего-то нет. Вроде прокачек особо никаких нет. Пуля быстрого огня, норм, ну ладно. Оружие, конечно, менять не могу, это обидно. Снаряжение, нет, так дайте личные способности, нет. Нет, я еще не решил, что буду делать с оружием. Ну, в смысле, какое сделать? Конечно, можно пока это качать, как бы, ресурсы есть, как бы, куда девать до его, да? А можно будет поднакопить и сделать, который дает этот, скажите мне... Какой-нибудь стихийный урон. А. Давай. На тебе пожирание, да? Стоять! Я-то, да? Где теперь? О, через центральную комнату прятаться. Сейчас я ему сделаю. Кто там Бэт? О, Якши. Э! А, я забыл, я просто... Что ты там выбрал? Надо вроде трой какой-то, по-моему, сделать. Мы будем периодически менять это все. Да. Используй комбо. Ау. Где ты? Что, думаешь, сам умный, да? Ты научишься блокировать, нет?
Держи его. Ааа, как я удачно влез, да. Ты не будешь умирать от всего подряд. Приятно, да? Непонятно, я сейчас забыл на стрель, что так открыло, я могу сниться. Свидание, параметр я не могу. Я понял, что дарт крови разный есть. Для того, какой ты берешь, он и качается. Который ветер там подгоняет, по-моему, прикольно для быстрого. Блин, ты его сожрешь, нет? Жила якши, отлично. Пошли дальше искать. Не, ну конечно, щит от тяжелого меча довольно прикольная штука. Часто сталкивается с проблемой, что ты не можешь блокировать. Не, еще прикольно, что они доработали эту игру. В плане, что они взяли старые карты, доделали, добавили шейдеры. Прикольная игра стала. Да, они, я думаю, не сильно много поменяли, но молодцы. Конечно, расходники. Мне нравятся расходники. Да-да-да, мне нравятся расходники. Делайте, что хотите. Я тебя потом покачаю, пока еще не знаю, что делать. Капусту собирай. Спиральный метеор. Что это? Вот что это такое? Надо читать. Так, тебе удалось выполнить первое задание в звании вице-капитана. Что скажешь? Ничего необычно. А, я так и думал. Продолжай в том же духе. На следующем задании я буду на поддержке, а ты пойдешь вперед, как тот раз цель. Так, что мы тут написали? Поговорить цель об отступке приказов онлайн. Решил, что лучше всего это список расступки, поэтому я сюда. Пусть он будет вам на пользу. Так, отряд кровь пока приостановил прием новых членов, поэтому то, что нужно крепиться 5 имеющих. Первый шаг предложение Саэль, на которое ответил Ромео. Я хочу, чтобы все поделились своими мнениями о том, как улучшить отряд. Надеюсь, индивидуальный каждый подход, бла-бла-бла-бла. Так, личные способности нет, снаряжение вот. Касание крови, что это значит? Что взял? Продолжайте нажимать на кнопку правой, просто комбо для непрерывной атаки. А, блин, я и забыл это вообще. Подождите, это левую или правую нажимать, я не понимаю. Улучшает атаку. Наверное, лево. В общем, так, продолжайте нажимать на кнопку после комбо-атаки для непрерывной атаки. Так, здесь не прокачал. Здесь не прокачал, а здесь можно. Рой пчел улучшает атаку пятой степени. Так, наращивает большое количество мощности, чем резко освобождает ее образца. Ну, давайте вот это посмотрим. Я же должен понять, как еще это все работает. Что тебе надо? А может приходится модифицировать пулю? Создавая патроны с особыми свойствами, положение в функциональном оружии. Да, и проходил в первой части, нифига не понял, раз дело может в этой пойму. Дай мне свои волосы, женщина. Привет, что думаешь про наше прошлое задание? Очень легко. Ого, так и знал, что так скажешь. Мне было как-то сложновато. Надеюсь, скоро привыкну. Не подумай плохого, но я должен высказать сейчас, чтобы не выносить это на поле боя. По-моему, нам с Аэль сейчас не сложно работать вместе. А, все делает по-своему. Как и я. Ладно, подожду немного, посмотрю, что будет. Цель неплохая, просто немного неловкая. Надо бы, как хороший лидер, поддержать ее. Одна из главных твоих задач — оценивать обстановку на поле боя и быстро давать приказы. Тебе еще многим нужно учиться, и на опыте это выходит быстрее. Не бойся неудач и учись в своих ошибках. Ты что, меня учить будешь, да? Я первую часть почти всю прошел. Следующее задание — кровец Чию. Вы готовы? Конечно, но я пойду не на Чию, а пойду на... Вот это. Мне нужна Нана. Блин, но этого кровь есть. Пусть будет Джулиус. И... Следующего я не помню, мне кого-то говорили брать за Саэль лекарь. Нет, пусть будет гибель.
Не, давайте попробуем. Горит, нажимай правую кнопку. А, чё, прикольно. А чё? Я 5 ударов сделал, да? Я даже не знаю, насколько это полезно. Сейчас. Нет, сделал, нет. Не нравится. Насколько тут, я даже не знаю, что здесь полезно. Надо будет определиться по ходу. Ты офигел, я все равно тебя убью сейчас. А, без разницы, пятый удар будет просто мощненько. Сейчас за тебя доберемся, не волнуйся, как один мутировщик. Эй, я за это что? Не знаю, мне кажется, это не самое лучшее. Эй! Ау! Да, я слишком подставляюсь. Эй, я жду с другой стороны, ты вообще офигел. А чёрт. Стоять! Давай, надо идти в его. Эй, я же отошел. Так, щит. Сдохнешь, нет? Прорежу толстый опять гена. Вот так он далеко бьет. Так. Эй, я отошел вообще-то. Бьет. Не добивает. А
сейчас. Ой, я ему голову раскидачил, а, давно пора. Это мой удар был, поведите, да? А. Стоять. Да, мне колюще кажется бесполезным. Опа, а не ушел. А чё? Да, не стоит, по ногам, по хвосту, не знаю, где ты смотрел, но сейчас, пожалуйста. На. Я ж тебя проколю всего. Что я слышу? Слышу ветки, как снять тебе. Эй, ну тут таргет снять, алё. Да, я ж тебя полностью всего разобью. Мне кажется, я сплачу. Сюда! И пульси за задницу. Врёшь, нет. Не попадаю. По-моему, да, вот это копье, не знаю, что там полезно, но, по-моему, это вообще не попадает. Так, где-то здесь должен быть вот, блядь. Ну, как-то не знаю, как-то мы его долго месили, я не знаю, какой-то жирный. Ну вроде как что-то прикольное, какое-то не знаю, оно не маневрированное, ты себя вперед кидаешь, и я не вижу в нем смысла. Ты больше себя подставляешь, мне кажется. Конечно, ОС. Недолгий выбор. Почему сразу три не можешь показать? Зачем это? Зря затягивать, давай. А, бронебойный луч, пронзающий кокоть. Даже не знаю, что значит. Разберемся. Пока мы пробуем, что из чего дает, потому что я не помню. Рой насекомых оказался не тем, что я думал. Так, ладно. А, личные способности? Нет. А личные способности как синт, скажи. Вот. Бронебой научно. Например, это не надо карак одно. Давайте пока дальше. Так вот. Удар пчел убийц.
Давайте пока это улучшает атаку правую. Опять удар увеличит мощь для сильной внедрения. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Я не знаю, что. Пули, конечно, да, можно создать. Я помню, там когда-то игрался. Я выкатрил предпросмотр. Да, нет, смените пустоту, но выпустим пулю. Так, прицел, перемещение. Так, как тут выбрать обратно? Меню. Так, замена. Нет. А как мне тебя заменить? Взять, пополнить. Меню, левый, альт. Редактировать пулю. Я до сих пор не понял, что мне делать. Допустим, опять. Прямо и далеко. Я его втирал. Вот что он не работает. Замы уничтожились. Ну, понятно. А как понять, чтобы они не уничтожились? Зачем мне их дает, если они замы уничтожаются? Блин. Ну вот почему не уничтожаются? Чем мне надо сделать, чтобы не уничтожались? Я вот не знаю. А чем я без понятия, как это работает? Я что, в первой части не научился, что и в этой умру, не научившись? Ладно, пошли напинаем еще какой-нибудь отчет, не сюда. Без разницы, пока их качаем, пока с ними разбираемся, пока. А, стойте, стоп, что я могу сделать? Синтезировать. Улучшить оружие брусневое. Я могу вот эту фигню себе улучшить. А создать лучше? Ну, пока только на правый пронзающий. Либо вот этот. Яд эффективно. Посмотрите, он просто сильнее. Дурман. Эффект ненависти, выносливость. Нет, пусть будет дурман. Да. Но хоть чуть-чуть сильнее. Я понимаю, что все можно делать, улучшать, но пока рано. Рано. Просто ждите, я покажу профессионализм. Только вот. Вау, новая карта. But I would recommend taking a different team. Nah. Че, ни один не попал, да, вы издеваетесь? Так, пока непонятно. Раз, два, три, четыре. Я правое пока не использую, я использую левое в основном рубище. Прикольно, а вот и чью. Шалашара, привет, на. Ауч. Сейчас я приноровлюсь. Я же уходил.
Воу. Надо будет не забывать покупать себя стоять. Я подставляю тоже, смотрите. Капец, я бронированных вообще не прибываю. Мне точно жом этим надо сражаться. Надя. Давай. Ты не можешь так жрать много. Приятно, да, грудь я сзади. Да ладно, он такой слабый. Что-то пока не знаю, вот эти вот проедающие колья, они бесполезны, по-моему. Я не знаю, как они работают пока. Капец, большая локация. А, нашел чинить. Дефект мягкое железное было, по-моему. Надо купить аптечку, то их все меньше, 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 я даже не парюсь. А надо бы, как говорится, да? Че улучшим все? Я еще пока не знаю, что делать, какое оружие качать, а? Гребаный, какой-то бог там, не знаю, что. Гребень. По открытому каналу получен сигнал бедствия. Соединяем. Это вторая база. Сателлит, кажется, на нашем радаре возник Псион. Он 30 километров к северо-востоку. И с ним, судя по всему, группа других аргами. Запрашивай подкрепление. О, нет, Псион. Срочное сообщение для всех бойцов крови. Возможно, был обнаружен Псион. Местоположение совпадает с сигналом. Сначала вылетайте. Дан приказ найти и уничтожить. Нужно срочно помочь. Они не справятся с Псионами сами. Согласен. Мы их не бросим. Пришло время потрудиться. Кровь на выход. Так точно. В смысле, я сразу на здание кинешь? Вообще офигел, если у меня аптечек нет, если я ща лошара. О, спасибо. Не знаю. А? Да ладно. Да ладно, так много выйти. Вы с ума сошли? Я ж не знал, что так много, вы чё? Они с ума сошли. Вот это самое прикольное, пока улучшает атаку. Так, ладно, я сейчас попробовал... Вот это. Да, росы, потом неизвестно что. Кто это? Гранч Кавала. Улучшает шаг в атаку. Вкладывает силу шага в атаку ударной волной. Ну, давайте попробуем, я не знаю, что это представляет. Усилители. Что я могу создать? Ударная броня. Увеличит защиту против физической атаки. Расширяет границы блока. Но! Хорошая вещь. Да нет, блин. А тут легко запутаться.
нет. О, плюс один. Но я плюс один пока не хотел бы терять, но давайте пока это отставим. Так, кто мне тут что расскажет? Никто там... Никто не... А, вот они стоят. Купить инвентарь. Так, что ты мне скажешь? Значит, я остановился на Фьере один. Вдруг Псион отправится сюда других органов. А, ну значит, вам всем придется сражаться еще и за меня. Ну, отлично. Псион, не знаю, справимся ли мы с ним. Да и с Элем мы все никак не уживемся. Ну, наверное, буду адаптироваться к ситуации, как всегда. Что ты такой стал добрый? Так, пора проявить лидерские качества, вице-капитан. Чё? Нет, фу. Голос уже допустил. Сейль. Я еще боюсь встретиться с Псионом, но я сделаю все, что в моих силах. А Псион отличается от обычных врагами, каждый обладает уникальной способностью. Сохраняя спокойствие, выясни, что они способны. Я атакую при любой возможности, если будет внимание, у нас все получится. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, стой, какой Псион отряд? Кровь должен провести операцию. Да-да-да-да. Спроси, да, вернуться позже. Да ладно. Ладно, не дали мне заняться. Мы полагаем, что его атаку будет очень мощной. Советую лучше щит. Ну, давай попробуем с Псионом разобраться. Так, до второго уровня качать пока нечего. Ну, ну ладно, ждем. А? Стоп, что? О, а как это выйдет? Так, стойте, я хочу посмотреть ее ананы. От другой одежды форма крови, особая форма крови. И лучше воскресну, давайте посмотрим. А, теперь так, тут на человека похоже. А у тебя что есть? Ну-ка, особая форма крови. Форма крови. Ну ладно, давайте посмотрим, что они себе представляют. Что, X3 переодевал, что ли? Так, здесь сейчас будет Псион какой-то. Фиг знает, что с ним делать. Какой-то особый вид босса. Который в будущем станет нашим врагом. Ого! На, сиди! Это что за птичка? А, прикольно. Вот это прикольно, что... Это прям какой-то голод. Так, надо понять, какая способность будет лучше. Это где там? Куда ты ушла? Голд! Стой! Что еще происходит? Я не знаю, где я.
Ай-яй. Птить тут капец, конечно. Ох ты ж. Интересно, способность ничего не скажешь. Коля, штучка ничего не скажешь. Но слабенькая. Как нас утащило, а мне? О-хо-хо. Ребята, на что вы меня спасли, да? Можешь гранату использовать. Не, возможно, если он потом подпит. Не, я, конечно, прочищаю все, потому что это чисто такие. Плюшечки разные. Где она? Вау. Сожри его. Я так. Нет. Хорошо, пожали. Воу. Давай, давай. Воу. А, лошара. Это ж прикольная штучка, но... Слишком мало урона у них получается. Фух. Так, молодцы. Конечно, да, каждый раз новые способности, и надо пробовать, чтобы понять, что происходит. Так. Allow me to take care of this. Yeah.
Да. Спасибо. Кто вы? А ты кто? О, Алиса! Прошу прощения. Я Джулиус Висконти, капитан крови спецотряда Фенрира. Мы прибыли по сигналу бедствия, который передавался под этим каналом. Да, я Алиса Ильинович Амелис Колыбель. Мы независимый отряд дальневосточного филиала. Ух ты, прикольно. Форма раньше у тебя была круче. Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста. Вы знаете нашего вице-капитана? Что? Нет, просто вспомнила кое-кого. Понятно. Прошу прощения. Мы готовы вернуться на базу. Вас понял, отправляемся. Прощайте, мисс Амелла. Раньше одежда у тебя была поэкзотичнее, скажем так. После выполнения задания теперь может стать доступ на особый задание, за который дается щедро награда. Особый задание становится незаметным при выполнении другого задания. Низкосложный результат за особый задание. Бла-бла-бла. Не знаю, что за бред. Ну и бред. Ага, поезд увеличен, бла. Так, снаряжение. Грань шквала. Так себе. Здесь ничего нету. Нет, нет, нет. Во! Улучшает воздушную атаку. Активирует твои клинки для мощной глиссирующей атаки. Не знаю, что это пусть будет. Все равно я все подряд делаю. Отглиссируюсь, я так сказать, по полной. Вы победили псенов, но у каждого возникли какие-то трудности. Усели пугающий серьезный вид. Спасибо, что убили псенов. Вице-капитан с вами хочет поговорить с Сиэль. Вот черт, бонус какой-то. Сейчас мы его напинаем. Отличная работа, вице-капитан. Тебе удалось доказать, что кровь может представить псионом. Однако, судя по результатам, вам стоило бы установить порядок в отряде. Но как? Я рассчитываю на интенсивность, одновременность, на сложность. Поговорите об этом Сиэль. Как же жаль, что я не сражался с этим псионом. В следующий раз я с вами иду, никто меня не остановит. Ой, чуть не забыл. Тебя ищет Сиэль. Да мне уже все это сказали, господи. Так, выносливость. Очки Оракула. Ничего не нужно. Ура, мы победили псиона. Уж теперь я достаю на крови. Я одним только молотом всех отделал. Где Сиэль сидит? Кто из вас Сиэль? Ты Сиэль? Нет, Рэйчел. Спасибо, что убил псиона. Я рад, что он мир узнал истинную силу крови. Только у вас есть сила крови. Надеюсь, вы станете примером для всех остальных. Надеюсь. Ладно, с тобой вообще плевать. Сель хочет поговорить? Поговорить потом. Мне сейчас нужно выполнить задание. Так, давайте бонус попробуем. Так, мы по-любому берем Нану. Ромео, блин. Мне нужен Джулиус. Убийца Гил. Сель. Пусть будет Сель. Что-то я не понял, как это будет форма крови. Давайте продвинутую форму крови возьмем. Нану возьмем лучше воскресную. Нет, особая форма крови. Сель, особая крови, форма крови. Я особо не заметил, по-моему, у меня разница. Ну да, чересчур вычурная. Конечно, понимаете, по Японии любят всякое такое, но я люблю более приземленный вид одежды, который дает больше реалистичности. Так. Что у нас есть? Фига себе. Ну, хоть на человека похоже. Шиф. Кто-то еще остался. Кто? А, это вот тут пасется.
Это сложное задание. Это сложное задание, да вы издеваетесь. Убить-то надо. Кто убежал? Стоять! Собака убежал. Да сколько вас убить надо, алло? Умри, а будь другом, а. Я ж тебя простил быть другом, а. А не сволочью. Блин, они уже все там тусят. Вообще, по идее, все способности полезные. Какую брать, какую не брать, я не знаю. Буду менять. Я не определюсь с той, которая лучше. Блять, блин. Идет мигало, я видел. А вы издеваетесь, сколько мне вас убить надо? Ну, конечно, прикольно. Да, прикольный комбо. Ну, комбо все. Так, команда ОС, давайте получим очки, они нам еще пригодятся. Ей, какой-то пенок получил, не знаю, что он дает. Ну мы еще определим, что нам важнее, что нам лучше, что нам дает больше плюсов. Пока снаряжение поменяем на спиральный метеорит, конечно, прикольная штучка. Возможно, вот это будет даже лучше. Вот, гребень бога увеличивает воздушную атаку, мощный удар прямо в воздухе. Надо бы проверить. Но проверим мы это в следующей серии. Пока, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока!